девочки, всем привет! Пришла с ночи с работы, дома никого нет. Так замерзла, как Зюзик. Под плед под ванин залезла и лежала, грелась. Лежала, уже 2 часа лежу, уже 3-й час пошел, а я все лежу. Думаю, уже что-то надо, наверное, делать. Димка тут вешалку бросил свою, из-под рубашки. Думаю, что-то надо, наверное, делать. Думаю, надо, наверное, вот плед загрузить, постирать, да. С балкона вчера полотенце стирала, не знаю, посмотреть, высохли они или не высохли. И, наконец-таки, надо разобрать сушилку. В смысле, сушилку, в которой сушились у меня яблоки. Мы же ее выключили, она уже 2 дня стоит мертвым грузом. Все никак не дойдет у меня ход, чтобы ее, все яблочки, чтобы сложить. Как я уже говорила, я хочу в этом году сложить все яблочки не в мешок, не в пакет, а... в обычную старенькую наволочку. Ничего страшного. Зато такой, знаете, будет мешок из материала, он будет дышать, и мои сухофрукты не будут задыхаться, не будут портиться, в общем-то, никто там в них не заведется. В общем-то, ну вот так вот я решила в этом году в наволочку, как говорится, опустить эти все яблочки засушенные. У меня там еще есть яблоки, но я не знаю, стоит ли, не стоит загружать их в сушилку. Мы их и так едим неплохо, и шарлотку можно спечь. Может быть, это вообще уже и последний даже. Я, скорее всего, пока мы их едим, я, наверное, пока не буду их нарезать, загружать в сушилку. Да, Белочка? Скоро уже подойдет Дима. Я сегодня решила, что приготовить. Думала. Вчера были в Магнит. Кстати, купили 2 одинаковых обновочки для своего гаража. Это все вы увидите в следующих видео. Не знаю, через какое время это все будет. Там Ваня все сделает. И мои 2 новые обновочки мы будем использовать. Они нам пригодятся. Но это вы увидите немного позже в следующих видео. Видео будет из серии «Влог из гаража». Ну вот что-то такое. Кому-то нравятся мои влоги. Наши влоги из гаража, кому-то не нравится, опять-таки повторяюсь, кому не нравится, проходим, девочки, мимо. Кому нравится, с удовольствием приглашаю вас в наши будущие влоги в гараже. У нас, девочки, не получается часто выехать в гараж, потому что, в смысле, совместно выехать в гараж. Там у Вани никак он все не доделает свою конструкцию. Работа, и на выходных работает. Тут у меня вроде бы сегодня вот цепной выходной, вроде бы в гараже бы с Ваней, да, что-то поделать, повозиться. Но у него сегодня началась рабочая неделя, как говорится, он на работе. Поэтому наши совместные влоги в гараже вообще вот сейчас никак прям вот, ну, не получается. Поэтому видео из гаража будут тогда, когда у нас совпадут совместные выходные. У нас это получается не часто. Ну вот в субботу может быть, но опять-таки, скорее всего, Ваню вызовут на работу. Вот, ну и к чему я вела речь-то? Были мы в магазине, я увидела по хорошей скидке куриные бедра. Дурочка, не знаю, почему я взяла только одну упаковку, один лоток. По такой хорошей цене были, надо было еще взять. Нет, что-то я один только взяла, в общем-то, и сегодня я решила их... замариновала, вот пришла с работы, замариновала их и в духовке сделаю, наверное, с картошкой. Давно у меня Дима такой вообще любит. Давно я такое уже не готовила. Вот именно бедра в духовке. Так что я замариновала. Сейчас я тут повожу с сухофруктами, со стиркой и пойду уже, наверное, на кухню готовить. Вчера готовила макароны по-флотски. Вчера у меня был день тюленя, я ничего не снимала, не брала камеру в руки. В ночи вчера ходила на работу. Поэтому так, постольку поскольку, постирала, перегладила в школу, перегладила свой рабочий костюм. В общем-то, так вот, по дому кое-какие дела поделала. Вот в магазин мы съездили. Кстати, девочки, наконец-то мы сдали палас свой на стирку. На улице уже дубак, я сегодня шла с работы, прям вообще... +1, +2, вообще пар со рта валит, такой холод. Дома холодина. Я уже думаю, сегодня кондиционер, что ли, на тепло настроить, да включить, чтобы теплым воздухом немного хоть обдул квартиру.
Потом думаю, ладно, сейчас вот начну суетиться, ну как, ой, расчесала все красное. Начну, думаю, туда-сюда двигаться по квартире, как бы согреюсь. Ну, палас мы сдали только вчера на стирку, ну вот я не знаю, все никак. Знаете, лето пролетело, лето песенки пропели, как говорится, про палас вообще забыла. И хотя на балконе лежит, каждый раз через него спотыкаюсь, когда развешиваю белье, я его только вчера, и то... Уже это, вышла с ванны, в ванне, говорю, давай поехали в центр, вот сдадим, говорю, палас. Уже, блин, холодно, уже я бы вот сейчас, вот я уже постелила бы палас, реально холодно дома. Это отопление еще неизвестно, когда дадут, а уже дубак в квартире. Говорит, ну поехали, вот мы с ним сдали палас. Нам еще не посчитали, какая выйдет сумма, мы еще не знаем, не платили, нам посчитают все. Но один квадратный метр стоит 80 рублей, чтобы почистить палас. Так что вот так вот жизнь идет, мы вместе с жизнью живем, стареем, как говорится, живем. Дела будничные, мои будни, выходной, неправильно. Выходные работающей мамы, будни работающей мамы продолжаются. Готовка, стирка, уборка. Ну ничего, девочки, нового в жизни не происходит. Я думаю, что так как мы живут полстраны, если не больше, все, как говорится, день сурка, все одно и то же. Ну вот, что сделаешь, как есть, так и говорю. Так что сейчас погнали со мной, кое-какие дела с вами поделаем. И пойдем на кухню, будем готовить, как обычно, обед. У меня готовка, стирка, работа, готовка, стирка, работа. Все вот, вот ей-богу, день сурка. Ну все, наболтала уже очень много, погнали, девчонки. Так, ну что, вот этот плед сразу загружу, он более тонкий, и вот этот. Я думаю, два пледа машинка потянет. Ну и белочками тут тянется за пледом. Все, сейчас загружу их, пусть стираются. Девочки, нашла вот такую наволочку старенькую. Сейчас у нее соберу все сухофрукты. Они у меня уже тут все хорошо высохли. Сейчас сюда посыпаю все. И все. И будет у меня хранение сухофруктов достаточно хорошее. Ну как же без белочки? Вот тоже мне еще так улема. Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Так, ну сушилку, как я сказала, я пока убирать совсем не буду. Пусть пока стоит, потому что, может быть, я еще додумаю посушить эти яблоки, а потом уже я ее буду мыть. Так что пусть пока стоит. Никому не мешает. Так, ну что, бедрышки мои маринуются. Что я сюда добавила? Ролтон, хмели сунели, аджику сухую, горчицу. Майонеза у меня нынче нет, поэтому вместо майонеза ложки 2 столовые подсолнечного масла. Все, стоит, маринуется у меня. В принципе, оно уже, можно его и запекать, но у меня еще нет картошки, поэтому я сейчас займусь чисткой картошки, а потом уже это все дело выкладу на противень и в духовочку. Так что пусть дальше стоит, пока маринуется мои бедрышки. Я буду чистить картошку, да лук. Не знаю, что еще можно покласть.
Но картошку, лук точно надо почистить и нарезать, и приготовить. Так, сейчас проверим, высохли ли наши полотенца. Ой, Белочка, беги-беги на прогулочку, моя девочка. Сейчас холодно, балкон закрытый практически всегда. Теперь для Белы прям диковинка выходить на прогулку. Слушайте, они какие-то еще влажноватые. Но я думаю, их лучше в квартире досушить. Потому что они здесь что-то опять, наоборот, мне кажется, натянут влаги. На улице погода какая-то сырая. Здесь у меня балкон открытый. Белочка здесь. Белла, кстати, не любит, когда стекло закрытое. Ой, ой, что там? Что ты там увидела, а, красотка? Белла, Белла. Белочка, Белла. Что ты там увидела, моя дорогая? В общем-то, вот. И Димкин костюм вчера стирала, теплый. Тоже он практически сухой, надо досушить в квартире. Он в нем ходит гулять. Вот. Сейчас так на кресло раскидаю. Оно здесь, как говорится, досохнет. И все. И потом я все складу, уберу, все по местам сделаю. Да, сейчас вот, девочки, зима начнется, холода. Белье будет сохнуть чуть ли не неделями на балконе, вымерзать. А нет возможности все это сушить в доме, поэтому что-то все равно уходит на балкон. Белла, что ты остаешься? Так, прикрою, щель оставлю, если что зайдет. Ну все. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. Так, ну что, девочки, здесь начистила я картошки, самую мелкую сидела, чистила, потому что сейчас никуда не тороплюсь, время есть, поэтому почистила. Ой, разлила. Вот, почистила картошку, две вот таких больших луковицы, две морковины решила добавить в свои овощи в духовке и пол кабачка. Кабачок давнишний, что-то он так у меня задеревенел, еле-еле почистила его, поэтому сейчас нарежу такими небольшими кусочками. Все перемешаю с картошкой, с луком, с морковью и в духовочку к нашим бедрышкам. Так что все нарезала, сейчас буду все, ой, все начистить. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really. Все, девочки, поставила в духовку, так как у меня вообще получилось очень много. Они все мне не влезли в один противень. Я их разделила на два. Здесь чисто овощи, а здесь овощи плюс курочка. Так что вот так вот. Потом, может быть, я их поменяю местами, но пока вот так. Пока я тут нарезала, Димка математику сделал. Вот, русский не успевает. Время третий час, ему музыкалку надо. Поэтому все побросал. Сейчас побежал переодеваться и побежит уже в музыкалку. Ну что, девочки, картошку в духовку я загрузила вместе с курочкой, с бедрышками. Теперь села и сижу. Посмотрите на этот ужас на кухне. То есть полный капец. Сижу и думаю. Чё сижу? Надо же это все теперь убирать. А так неохота. Ой, короче, вот когда всегда готовишь что-то такое серьезное, да вообще хоть что готовишь, всегда столько посуды лично у меня. Вся кухня завалена, весь подоконник. На микроволновке плита все уставлена просто кастрюлями, сковородками. Ой, просто капец. Кстати, вот пол кабачка у меня там лежит, я половинку использовала. Вот видно вам, да, вот он. Ой, где? Вон он. Вот он. Он какой-то, говорю, это такой жесткий. Я его еле-еле очистила кожуру, чтобы вот в свое блюдо добавить. Знаете, почему решила кабачок добавить? Устала горох чистить, картошки. Да и у меня там мало осталось. Думаю, дай-ка я это вместо картошки еще добавлю кабачок. Лука побольше, две такие большие головки. Порезала морковку одну. А, две даже морковины. Вот, немножечко, девочки, налила чуть-чуть водички туда и туда. И поставила в духовочку. Не знаю уже, что готовить. Завтра у меня выходной. Вот сегодня я могу побаловать семью таким блюдом, как вот... Ну, что-то такое... Ну, конечно, и на завтра еще останется. Я не рассчитывала, что столько много выйдет. А завтра уже нужно будет что-то приготовить такое, чтобы им было на послезавтра на целый день, так как на работе я буду... И Ване на работу нужно будет. Сегодня так, что вот так вот у нас праздничный ужин. Картошка с курочкой. Дети вообще любят. Да и Ваня любит, да и я люблю, господи. Такое блюдо мы готовим не сильно часто, но у нас его любят. Сейчас, наверное, пока у меня картошечка будет готовиться, я примусь за вот эту вот уборку. Девочки, как уже надоело вообще эта посуда. Конечно, у меня мальчишки моют посуду, но когда я готовлю, вот сейчас, вот до этого, я когда вчера готовила, я тоже мыла сама, подмывала эту посуду, потому что если я не буду этого делать, к вечеру будет просто горище. Дети мои задолбаются ее драить, извиняюсь за выражение. Поэтому я когда готовлю, в основном стараюсь подмывать ее сама. Периодически подхожу к мойке, мою. Поэтому сейчас я вот тоже... Ну и плиту у меня дети не моют. Они никак... Никак я их не могу уговорить, чтобы они ее тоже мыли. И, естественно, они не разгребают там подоконники, микроволновки. Микроволновку они это тоже не разгребают, не вытирают. Поэтому это все достается мне. Поэтому все равно нет-нет, на кухне я наведываюсь и навожу здесь порядки, перемываю посуду. Ну и плюсом разгребаю все поверхности на кухне. Но сегодня разгребать поверхности я что-то как-то не настроена. Но посуду помою обязательно. Плиту еще тоже, девочки, подумаю, помыть или не помыть. Что-то тоже неохота. На улице такая погода. Темно, опять потемнело. Что-то вроде солнце было, сейчас потемнело, холодно. Ну вот сейчас, прямо, знаете, идеальный вариант, когда в квартире дубак готовить в духовке. Сейчас Ташкент дома будет просто вообще улет, просто теплынь будет. Все окна у меня закрыты, балкон закрыт, все закрыто, все наступает холода, как говорится.
ну что, болтать-то хорошо. Надо идти начинать мыть посуду, девочки. Как надоело. Вот у женщины доля, да? С работы домой. Нет, чтоб отдохнуть. Не, ну я сегодня отдохнула, в принципе. Повалялась, полежала. Посмотрела своих любимых блогеров. Вот. Хорошо так посмотрела. Думала, вздремну. Пыталась дремнуть, потом себя раскачала. Не надо дремать, некогда. Полежала, отдохнула, посмотрела блогеров и вперед. Хоть кое-какие дела в доме поделать. Конечно, дел, девочки, просто вообще. И там надо разгребсти, там надо помыть, и там надо расхламить, там надо прибрать, там надо перевешать, развешать, ой, сложить. Ничего не охота вообще. Самое необходимое делаем я. Еда, стирка, уборка, все. Лишнего делать абсолютно не хочется. Опять вам, девочки, наболтала. Погнала мыть посуду. Так, ну что, верхний уже поднос у меня готов, противень. Сейчас буду вынимать, а этот еще немножко допекаться будет. Так что сейчас буду вытаскивать. Вот такая получилась у нас красота. Картошечка, кабачок, морковь, лучок, ну и куриные бедра. Вкуснота, да и только. Все, духовку я выключила. Вот это вот Владюша попробовал, уже, можно сказать, готово. Пусть в горячей постоит, дойдет. А это здесь вот Владюша.
покормить положила им, а мы попозже поедим. Такая у нас сегодня вкуснота. Ну все, девочки, на этом буду я сегодняшнее свое видео заканчивать. Кушать наготовила, сушилку, яблоки все убрала, постирала, посуду помыла. Плиту что-то я сегодня не захотела мыть. Ладно, пусть стоит, помою завтра. Ну и все, на сегодня буду свой влог опять-таки большой заканчивать. Всем спасибо за внимание. Всем огромное спасибо за комментарии, за лайки. Ну и обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео.